В республике увековечили память народного поэта Карачаева-Черкесии Михаила Бегера. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. В Черкесске, в доме, где жил поэт, была установлена мемориальная доска. Подробности у Али Баташева. Потому что когда-то вечер теплый, синий, по-российски, всем сердцем я влюбился в Россию. В ее светлые дали, голубые просторы, и впитал ее радость, и впитал ее горе. Любовь к большой и малой родине, восхищение красотой и неповторимой природой занимает центральное место в творчестве народного поэта Карачаева-Черкесии. Еще 5 лет назад, несмотря на болезнь, отнимавшую много сил, Михаил Леонидович не прекращал работать. Встречался с читателями, помогал молодым дарованиям, с готовностью давал интервью и заражал своим оптимизмом и жизнелюбием. В Черкесске он проживал по адресу переулок Одесский, 5. Теперь здесь установлена мемориальная доска. О поэте и его творчестве вспоминали друзья, коллеги и близкие. Много раз видели здесь проходящего по городу идущего Бегера с его шевелюрой. Ведь каждый шаг его, каждое действие, оно превращалось в стихи, в слова. И вот сейчас его нету, а эти стихи живут. Он мне запомнился как человеком, вот как его голос, как он умел говорить, как он мог декламировать свои произведения, да и другие произведения. Человек, вот если говорить одним словом, это русская душа. Творческое наследие поэта насчитывает 5 сборников стихотворений. «Я чертовски устал», «Моя журавлиная Русь», «Я к вам иду», «Симфония на кончиках пера», «Молитесь о России». Каждый из них отличается бережным отношением к слову. И мне опорой мой язык, он посох мой, крыло мечтателя. В нем отражен прекрасный лик животворящего создателя. В нем гений русской красоты. В нем, как созвездия небесные, луков волшебные цветы и колориты наши местные. На церемонии открытия памятной доски прозвучали песни на стихи Михаила Бегера, а также его архивные записи. «Все живое вне времени, все живое вне срока», – писал автор в одном из произведений. Время подтвердило истинность этих слов. А поэты помнят, пока живут его стихи. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, «Вести Карачаева-Черкесия».